Приветствую, друзья! Как обрести опору в жизни для здоровья и счастья? У нас будет вебинар, и я вас приглашаю. Конечно, конечно, там будут и новые приемы, и там будет понятие, для чего нам нужно использовать подбор действий, синхронный к текущему состоянию в моменте, для того, чтобы сразу снимать стресс, боль, да, снимать ограничивающие убеждения – и сразу понимать, как быстро восстановиться и решать давно нерешаемые нами проблемы, которые мы решить просто так не можем. Как использовать стресс, как энергию, как использовать слезы свои, зевание свое, дрожание свое и приемы новые, которые я вам покажу, которые вы подбираете там определенному алгоритму. Ну, короче говоря, я всем это расскажу, покажу, и мы все это сделаем под контролем градусника напряжения. У каждого будет градусник напряжения, индикатор, с помощью которого вы сможете оценивать свое текущее состояние в моменте для того, чтобы научиться управлять своим состоянием в любое время и в любом месте. Это очень нужно сегодня, потому что люди в неопределенности, люди в напряжении, а постоянно быть в мобилизованном состоянии вызывает истощение. Поэтому это нужно сегодня. До встречи, друзья!